скажу последнее. Сейчас это мой самый большой страх. Сойти с ума. Я же хакер. А как я без? А как я без мозга буду за компьютером сидеть? Скажи мне. Что за мной, блядь? А ты внедрился в мою психику. Это не я внедрилась в твою психику, это ты меня поглотил нахуй просто. Чё, потому что до того момента, до того, что пока не превратилась в тебя. Ты меня отъебал. Сейчас моя учит, блядь. Слышишь, блядь? Иди нахуй. Ты меня убить, сука, хочешь? Ты меня, сука, хочешь убить? Сейчас ты будешь думать обо мне. Моя очередь тебя ебать. Страх смерти. Я боюсь, что я исчезну вообще. Вот самый большой страх. Да, я мою смерть. Точно так же, как и ты боишь смерти. Мы боимся умереть, поэтому мы с друг другом боремся, потому что мы друг друга хотим убить. Нам так кажется. Нам друг другу кажется, что мы хотим друг друга убить. Не забывать про себя. Вот почему я чуть не вышла из тела. Страха выходит из тела. У меня даже были, видимо, глаза полные страха. Угу. У меня были глаза полные страха. Я чуть не умерла от страха прямо в своей комнате. Прямо в своей комнате чуть не умерла от страха. Охуеть, блядь. Чуть не умерла от страха. Страха, блядь. От страха, что я умру. Понимаете? Понимаете, в чем фишка? Не бойтесь умереть от страха. Потому что если будете бояться умереть от страха, умрете от страха. Чего вы боитесь? От чего вы боитесь умереть? От того вы и умрете. Я боюсь умереть от Миши. Все, перерыв. Мне не нужно больше откровения. Миша. 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 Баста. Хватит.